Итак, приобрел на блошинке подсвечник. Как мне объяснил специалист, это 17-18 век, поскольку с 19 века уже начали делать из другого материала. Вот это настоящая медь. И как бы это церковный атрибут, ну, реально, возможно, даже из какого-то старинного храма. Насколько я знаю, человек, у которого я его приобрел, нашел его в районе Васильевки. Это горная местность, там руины древних стен. Вот. Ну, по идее, там человек этот просто местный житель, он часто находит разные вещи, которые либо вымывает дождевыми водами, либо просто где-то на осыпях. Я не буду заморачиваться насчет того, чтобы придумать какую-то подставку из меди. Возьму естественный природный материал, камень, и попытаюсь установить подсвечник на этой подставке из камня. Вот смысл заключается в том, чтобы в отверстие ставить подсвечник, и этот камень как будто бы является дополнением к этому старинному подсвечнику 18 века. Итак, теперь подсвечник будет выглядеть вот так вот. Вставленный в камень. Он как будто бы находится на своем родном месте и может служить предметом, целью которого и было